яркая ночь. Вновь чудо происходит, в ней чистота кругом, и Дух Святой с небес спускается и в души людям входит, чтоб были в них и радость, и покой. 7 января, в день Рождества Христова, в храме призрели на смирение, дети воскресной школы вновь порадовали прихожан традиционной рождественской сказкой. Красивые костюмы участников постановки, оформление декораций – все, что нужно для проведения спектакля. Началось представление по мотивам сказки «Морозко», сюжет, который всем известен. У одной женщины жили две девочки. Одна была родной дочерью, а другая – приемной, дочкой мужа. Свою дочь женщина любила, а отцовскую дочь заставляла работать с утра до ночи. Продыху ей не давала. Задумала мачеха падчерицу со света сжить. Приказала мужу запрячь лошадь и отвезти девушку подальше в лес. Той порой была суровая зима. Женщина надеялась, что нелюбимая дочка замерзнет. Старик не стал жене перечить и отвез свою кровиночку на верную погибель. Спас ее от смерти добрый волшебник Мороз. Наградил ее и домой отправил. Мачеха, как увидела это, так чуть с ума от зависти не сошла. Приказала мужу родную дочь в лес отвезти. Старик так и сделал. Только Настенька вслед за материной дочкой увязалась. Да как раз вовремя. И попросила гневного Мороза пощадить злую сестру. Мороз так и сделал. Сказал, что в день Рождества все простит. Но не ожидал того, что девочки не знают, что это за праздник. По ходу спектакля персонажи сказки, а вместе с ними и зрители узнают всю историю праздника.